Тунчик. Уже поздняк очки одевать, тебя уже все узнали. Привет. Сходил я в Форт Арабески, снял, там показал, где снорлинг. Можно отлично сделать, поплавать. Так что... Люди, кто поедет в Санрайз отдыхать, будут знать, где можно снорлинг делать. И в нашем отеле, и отель слева. Если смотреть на море, слева от нас Форт Арабески находится самый отличный снорлинг. Кому нравится Светланка, ставьте лайки. Светлана любит лайки. Ты любишь лайки, Светлана? А ты любишь лайки. А ты что, не любишь лайки? Ты почему мой канал не поддерживаешь, а? Друзья, сейчас мы сходим в Форт Арабески отель, который находится слева от нашего отеля Sunrise. Вот. Это вот сам пляж нашего отеля. Вот он. Sunrise Royal Makati Aqua Resort. Снорлинг мы здесь сделали. Вот здесь, друзья, снорлинг. Метров 10 проходите по шею, где-то еще метров 20 вперед. И там коралловый риф очень красивый. Вот. Видео я выложу после этого видео или до будет, не знаю. Ну, короче, найдете снорлинг «Подводный мир» у нашего отеля. И вот у отеля, который слева, куда мы сейчас сходим, покажу, где заныривать удобно. Ну, вот сейчас мы зайдем на Форт Арабески, территорию отеля. Здесь заходите, и отличный снорклинг будет. Сейчас мы на территории Форт Арабеска зашли. За забором Sunrise Royal Makati Aqua Resort находится, друзья. И, кстати, вот на территории Форт Арабеска здесь можно также заказать себе что-нибудь. Тут есть и доски, вот на парусе можно поплавать. Для дайвинга есть костюмы. Ну, они где-то, наверное, с 10 будут начинать работать, потому что сейчас еще пока закрыто. А вот территория Арабеска, друзья. Здесь народу почему-то поменьше отдыхает, не знаю по какой причине. Видите, почти никого нету. Вот здесь, друзья, заходите на снорклинг и плавать. Здесь можно и час, и два плавать. Очень много кораллов интересных. Подводный мир уже снят на видеокамеру. Ой, не на видеокамеру, а на экшн-камеру. А когда приеду домой, выложу. И наш отель «Подводный мир» коралловый, и вот Форт Арабеска, где я сейчас нахожусь. Тоже выложу видео. Здесь «Подводный мир» я снимал. Очень красивый. Рекомендую. Вот видите, вот здесь видно, что заход как бы специально. Вот здесь заходите, и правее, и прямо, и левее. Очень много кораллов здесь. Так что вот здесь плавайте, плавайте, плавайте. Здесь очень долго можно плавать. Можно даже заблудиться, наверное. Вот, я плавал, плавал. В итоге немножечко хотел на берег вылезти, а там кораллы мешают. Короче, пришлось возвращаться тем же путем, каким зашел. И вот, где вот, видите, вот этот яхта стоит. И там забор. Ну, вот приблизительно метров 200, наверное. Пройдете сюда и поплавайте от нашего отеля. И смотреть на море, слева отель находится, Форт Арабески. Думаю, информация будет многим полезна, кто будет отдыхать здесь и кто любит снорклинг. Сейчас попробуем здесь поснорклинг. Это снорклинг сделать, друзья. Это левее находится от Sunrise Royal Makati Aqua Resort. Он находится, друзья, вот там. Наш отель, где мы проживаем. То есть смотреть на море, то левее. Ну, говоришь, здесь тоже красивые кораллы, рыбы. Посмотрим, друзья. Так это или не так, не знаю. Сейчас занырнем, посмотрим подводный мир. Что здесь можно посмотреть интересное.
Прямо санрайз там находится. Поплыли, друзья.
Thank you.
Есть свои плюсы и минусы между Форт Арабеско и нашим отелем Sunrise. Здесь бассейна вроде как не видно, но зато здесь обалденно красивая зеленая территория. А у Sunrise как бы нет такой территории, такой зеленой, прямо как, вот, как здесь. Свои плюсы и минусы есть. Я правда не знаю, может быть здесь есть бассейнный зал вот этими зданиями. Возможно, аквапарк там тоже есть. Потому что вот у нас в Sunrise вчера открылся аквапарк. 25 апреля он открылся, я снял видео. Можете посмотреть открытие, если кому интересно, аквапарка. Да, вот видите, вот название отеля, вот, который сейчас я снимаю, блин. А вот видите, Форт Арабеско Resort Spa Villas. Название, где мы сейчас находимся. Тут что-то на русском я ничего не вижу. Информация. Не знаю, может кому-то она интересная будет. Но... Вот. Показал вам, куда можно сходить снорлинг делать. Рекомендую. Лично поплавал. Вот. Хорошее видео заснял. И выложу вам. Посмотрите, друзья. Сейчас территория Sunrise будет. Ну и здесь я тоже смотрю, можно дайвинг, все такое заказать в этом отеле. Ну а здесь вот уже с этого отеля Форт Арабеско мы возвращаемся снова в наш Sunrise. Название вот, видите, раз и уже другой отель. Название нашего отеля. Привет, друг. Тут охрана всегда сидит между отелями. Наверное, смотрит за порядком. Все, территория. Вот здесь еще Sunrise территория застраивается. Вот то, что вот видите, здесь еще немножко огорожен. Тоже будут виллы у бассейна. Здесь есть прямо вилла с бассейном и море рядом. Вот море спокойное, хорошее здесь, друзья. Вот она вся наша бухта. Sunrise Royal Aqua Resort. Кстати, у нас, я сейчас вот был же в этом отеле Арабеско. Там ветер, кстати, посильнее дует. Вот в нашей бухте ветра намного меньше. Я вот заметил. У нас какое-то место расположения здесь более удачное. И если вы любите, чтобы ветер не так сильно дул, то эта бухта, в которой мы сейчас находимся, намного комфортнее, я думаю, будет. Особенно, если кто-то в зимнее время собирается сюда приехать, думаю, будет... Здесь комфорт.
сейчас приблизительно время где-то 10:30 утра по египетскому времени, по московскому это 10:30. Вот народ уже прибавляется. Так что, в принципе, завтрак у нас начинается в 7 утра. В принципе, можете и до завтрака кинуть полотенце, всегда места есть свободные. Вот он сидит, спасатель. Привет, друг! Привет! Как дела? Все нормально? Все хорошо, как у вас? Нормально? Все нормально. Отлично. Хорошего дня. Спасибо вам, хорошего дня. Пока. Там форт Арабеск находится. И мы только что были. И мы уже сейчас придем к нашему месту, где мы обычно. Елки-палки, какую-то ямку наступил. Это будка, которая с 10 утра до 5:30 вечера будет музыку крутить. Вот сейчас где-то 9:30, поэтому она еще пока палаточка закрыта. Потом здесь будет акваэробика, йога. Ну, короче, здесь можно покататься на банане, на таблетке, плейборд полетать. Вот, на платформе со шлангом. Кстати, я спрашивал цену. Цена у них $50, 20 минут, если один хочешь полетать на флайборде, а если, чтобы тебя инструктор покатал, то 5-7 минут стоит $10. Вот, а справа, по-моему, Риксос отель находится, но он еще строится. Он находится у нас здесь справа. Вот это. Понтон для яхт, это, я так понимаю, от Риксос отеля, потому что как бы мы огорожены от него. Вот если здесь смотреть, друзья, вот пока здесь зонтик есть, лежаков нет, людей тоже нет. А если вот посмотреть туда, вот подальше, там, видимо, я не знаю, это территория относится к Риксосу или нет, или может быть этот кусочек Риксоса строится, так же как у нас вот, я показывал сейчас, видели, да, строится это виллы с бассейнами у моря в нашем отеле в начале. Вот, а здесь может быть так же. Так, сейчас приблизим. Вот там вот народ есть, я вижу. Так что, возможно, он наполовину открыт, наполовину закрыт, друзья. Вода чистенькая, хорошая. Снорклинг отлично здесь. Здесь можно, кстати, в волейбол поиграть, кто желает. Два алкогольных бара у нас здесь. Один находится вот здесь, а другой посередине пляжа. Где-то с 10 часов они открываются. И до 5 вечера работает. Так, где у нас Светланка должна валяться? А, вот прямо.
Привет, Светлунчик. Уже поздняк, очки одевать, тебя уже все узнали. Привет. Сходил я в Форт Арабески, снял, там показал, где снорлинг. Можно отлично сделать, поплавать. Так что... Люди, кто поедет в Санрайз отдыхать, будут знать, где можно снорлинг делать. И в нашем отеле, и отель слева. Если смотреть на море, слева от нас Форт Арабески находится, там отличный снорлинг. Вот. Кому нравится Светланка, ставьте лайки. Светлана любит лайки. Ты любишь лайки, Светлана? Ты любишь лайки. А ты что, не любишь лайки? Ты почему мой канал не поддерживаешь, а? Эх ты. Мне сказать, вау, блин, я лайки так люблю, так обожаю. Это моя страсть. Светка, где интрига? Чтобы люди... Наши зрители поставили лайки на моем канале. А, зайчик? Ты что там, снимаешь снорклинг или меня? Ну, снорклинг я уже снял. Рассказал, где его можно делать. А видео про снорклинг я выложу либо после этого видео, либо до этого видео. Не знаю, как там получится. Так что, друзья, вот если кто не видел снорклинг, то смотрите, оно либо до этого видео будет, либо после этого видео. Не знаю, как там получится. Вот там. Когда буду выкладывать видео, монтаж делать, там прилеплю где-то как-то, что-то слеплю. Вот. Ну, вот Светланка тоже снорклинг делала возле нашего отеля. Там ее видео прилеплю и свое прилеплю. Вот. Упс. Вот так. Ну что, друзья, вот, в принципе, снял для вас видосик. Вот. Наш пляж. Пляж Форт Арабеско, где можно делать отличный снорлинг. Так что, друзья, давайте увидимся еще. Подписывайтесь, ставим лайки, пишем комментарии. Кстати, когда подписываетесь, жмите колокольчик. Когда нажмете колокольчик, убирайте все уведомления, чтобы не пропускать мои новые интересные видео и прямые трансляции. На прямой трансляции сможете нам задавать вопросы онлайн. Давайте, друзья, не прощаемся еще. Будет у нас много интересных видео и прямых трансляций. До новых встреч!